9 декабря в физкультурно-оздоровительном центре Полесье-Арена проходил традиционный уже шестой по счету открытый турнир с дюшор номер 2 под дзюдо на призы открытого акционерного общества «Мусоргский машиностроительный завод». Приехало нам 13 команд, вся наша Гомельская область здесь, это Чещерск, Лоев, Хойники, команда города Гомеля, много клубов приехало, клуб школы Игоря Макарова. Порядком около 250 человек будет бороться сегодня на татами. В итоге аж 15 команд приняли участие в состязании, в том числе и наша дружина. Отделение дзюдо специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 2 Мусоргского района. Турнир, конечно же, нужен, заинтересованность есть. И с каждым годом все больше и больше команд к нам приезжает. Турнир становится популярным не только в Гомельской области, но о нем слышат уже и в республике. Приезжая из других регионов. Турнир проводился в трех возрастных группах: 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 года рождения. Были соревнования в Речице, в Новой Гуте. Вот это сейчас третье. Да, мне нравится. Тут очень весело. Бороться можно, заниматься, играть в футбол, когда тренер разрешает. В конце своего интервью Алеша рассказал в целом, чем ему нравится дзюдо, который еще и помогает ребятам из разных городов найти новых друзей. Хочу пожелать всем побед и удачи. Ну, к соревнованиям мы готовимся, отрабатываем всякие приемы, готовимся, у нас соревновательно-учебные схватки. И тренер нам говорит, если упали, то ничего страшного, главное не падать на соревнования. Золотые слова и право. Данный турнир для многих мальчишек и девчонок станет началом большого спортивного пути, пути настоящих чемпионов. Турнир по дзюдо на призы машиностроительного завода для нас это большое событие. И каждый год мы с нетерпением ждем, когда очередной раз Полесье-Арена встретит здесь спортсменов из различных уголков нашей республики. Каждый раз наши ожидания оправдываются, все стараются, и дюшор номер 2, и спасибо большое машиностроительному заводу за их отношение к спорту, к, в частности к дзюдо, а за то, что они всегда стараются удивить спортсменов. Ну и я думаю, что этот турнир уже прижился у нас на Мусоргщине, и с каждым годом он будет становиться все ярче и ярче. Действительно, Мусоргский машиностроительный завод организовывает турнир, без которого уже не представить республиканский календарь соревнований белорусского дзюдо. Турнир, который мы сегодня проводим, он уже шестой по счету. Он направлен на популяризацию этого вида спорта, на то, чтобы привлечь внимание молодежи нашей, родителей, да, чтобы дети приходили в секции, занимались спортом, реализовывали себя в этом виде спорта. Вот основная цель. Приятно было видеть на турнире председателя Мусоргского районного исполнительного комитета Елену Федоровну Павличко, которая хорошо понимает, насколько важны, в том числе и в воспитательном плане, для подрастающего поколения спорт и физическая культура. Очень приятно то, что у нас на Мусоргщине многие предприятия и организации нашего района оказывают содействие в продвижении определенных видов спорта. Так, например, нефтеперерабатывающий завод поддерживает наш футбольный клуб «Славия», также «Жемчужину Полесья». Кроме того, вот Мусоргский машиностроительный завод поддерживает наших дзюдоистов, а государственное предприятие совхоз «Комбинат Заря» – это атлетика, это наши, кто увлекается плаванием, спортсмены. Поэтому из года в год различного рода мероприятия проходят у нас на территории Мусоргщины. Уделяется внимание проведению открытого турнира по дзюдо, который проводится открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод» на их призы. Поэтому это стимулирует наших детей заниматься данным видом спорта, плюс ко всему добавлять свои результаты. Ну и, конечно же, это сплачивает непосредственно наших ребят. Ну а что до результата наших спортсменов, воспитанников с дюшор номер 2, то первое место на счету Вадима Кашевича в средней возрастной группе весовой категории до 38 килограммов. Вице-чемпионом стал Кирилл Звонов, а у Савелия Журавского, Александра Лукьянова, его тезки Гавриленко, Захара Хелько, Ивана Молоткова и Максима Кабраля третьи места и бронзовые медали шестого открытого турнира с дюшор номер 2 под дзюдо на призы Мусоргского машиностроительного завода.